Так, у нас уже игроки выбирают. Пользуясь случаем, хочу передать привет маме. Привет, мама! Да, и ты попал в телевизор. Она не думает, что она смотрит. Все, мы готовы. Давайте я тоже комментирую. Это что такое? А, типа удаленный? Так, я... Стоп. Игроки уже начали? У нас опять Эльгата повисла. А, все супер, все. Спел Рэй. Это Рэймон? Это Рэймон или... А, не Рэймон. Рэймон без Пикачу играл. Ну, выходит Спел, выходит Фалкон. Спел сейчас будет спамить, пытаться аккуратно играть. Пытаться будет воздухом бить. Почему его называют Спел, хотя у него ник другой? Так у него ник в Дискорде Спел. А, окей. Спел там и номер, не знаю. 21? Не знаю, Спел говорит, очень боится проиграть, так что я прям всей душой за него. Рея? Я таких не знаю, поэтому не знаю, болит ли за него или нет. А что будет выиграть, то я буду болеть. Не спрыгнешься, блин. Равингус, кто такой Рей? Парень какой-то, да? Спел это Син? Да. А, все, окей. Так, да, у него в Дискорде ник Спел Син. Я не сижу за Дискордом, давайте сконцентрируемся на матче. Нет, просто к слову. Окей, так, сейчас у нас... И очень большое преимущество и хороший стейдж-контрол заимела Полютена нас у Спелла. Но Спел пытается аккуратно играть, прям, все-таки турнир он прям... Да, он очень... Ой, не смог зарекавериться Гоукин. Ну, не знаю, в ультимейте за Фалкон никто не играет. В четверке... У него отличный комбо-потенциал. В четверке играли все, абсолютно все. В этом смешке вообще никто не играет, я не знаю. Ну, блин, Стасянчик играет. Может, реально его занерфили дофига. Стасянчик играет. Так, а сейчас, на самом деле, у Фалкона еще есть шанс вернуться. Как-то грязно спамит через сайт Б, даже не для рекавери. Но он не грязно. Мажет спел своим спелом. Спелом? Да, спелом этим Pillar of Light, хз, как его назвать. Блин, короче, не знаю, Фалкон очень плохо играет, я замечаю. Говорю, как есть. Он спамит один удар, он ее не получается, но продолжает его спамить. Да, у него даже нет супер армора на этом спеле. Нет, этом я ни разу не видел, чтобы Фалкон сделал какое-нибудь уклонение или щит. То есть он вообще не пользуется, он ход не знает. Да, на самом деле... Непонятно, зачем сейчас пытается выходить. И зачем? Зачем этот Falcon Punch? Не, можно было развернуть хотя бы. Ну, да, но... Да, вот видите, он спамит, короче, это, потому что уже не знает, что делать. Да, он сильно паникует. Не вернется, да. Будет ли 3-сток от спелла на полетене? Мы сейчас узнаем. Что это такое сейчас было? А, я не понял, они друг за друга заклэшили. Типа, Falcon Punch перебил джеб Полютейна. Чего? На 147. Вот эта фигня. В четверке на 150 вот этот вот огненный удар сайт Б, он бы выбил Полютейна. Здесь он на 158 не убивает. Да, это очень обидно. Но на самом деле Я забыл, как его зовут. Falcon. У Falcon, точно, сори. У Falcon очень хороший комбо-потенциал, и поэтому он очень техничный персонаж. И, к сожалению, никак Рэй Гоукин никак не эксплуатирует. В четверке он был очень быстрый, а... Так он и сейчас очень быстрый. Но сейчас вся игра быстрее, а он как будто остался на таком же уровне, как был в четверке по скорости. А все стали быстрее, и поэтому он потерял свою быстрость. Ну да, он потерял свое такое огромное преимущество. Но хитбокс на коленке все еще огромный. Хитбокс не попасть, да. Но свитспот у него прям очень сексуальный. Да, и выбивает через АПР Полютена. Не получилось трехстокнуть.
Не понимаю, почему у нас не видно. А, я понял. Равингус? А пофикси вебку. А вебка не видит наших игроков. Не та вебка. Не та вебка. Да, вот это. Сейчас мы покажем лики наших прекрасных игроков. А что с вебкой там или чай? Да, мы видим не лица. А ее нельзя прикрепить к... Эту... Вторая вебка. А, ее вообще не видно. Это первая вебка? Это вторая. Я снял, короче, потом завел большой кадр на пропертис. Это первая вебка или вторая? Это вторая, которая не видна. Значит, первая нужна. Не, первая вот она. А, все, вторая. Теперь загрузи. Конечно, сейчас владимир батьки хороший, но при всем этом сам Мэйлиус двух лоб убьет. Ее, скорее всего, может, кто-то отключил. Найди ее. Все. Да. Не помолвся с Мэйлиусом. Все. А у нее что-то с фокусом, да. Ну, конечно, сам Мэйлиус. Скажи, как нормально. Всех узнают, кто коллег. Сейчас, подожди. Не, фиговый. Фиговый, уже лучше. Еще немного, давай. Еще. О, отлично. Нормально. Все, отлично. Поворачивай его в сторону теперь. Да. Не, в другую. В другую. Еще немного. Да, все. Окей. Так, итак, поменялся Гоукин на Пикачу. Посмотрим, сможет ли он экзекьютнуть его так же, как прославленный московский игрок Реймон. Реймон на Пикачу. Не знаю, здесь много, в принципе, больших игроков. То есть не три больших игроков, новичков, которые я вообще не слышал. Вот это Гой. Кайрат, да? Вот его, ну, да, вообще, реально, вот, был бы как Айрат. Очень местечковый, никто не знает. Никто не знает, да. Пришел какой-то ноунейм. Мороженку с говном. Да, реально. Чуть-чуть побольше, чтобы это вырезался позади. Спасибо. Так, уже слил сток у нас Гоукин. Не может агрессивно играть на Пикачу, хотя основное достоинство Пикачу как раз-таки... Я, конечно, мы вроде перепутали местами. Спел, да, мы спел потеет. Потом пойдет на моего Little Mac, короче, и опять загорится. Да, нам сейчас мы поменяли. Что? Поменяли местами. А, да, у нас вебки на игроках. Это действительно отличный продакшн. Бюджет сколько? Наверное, 3000 рублей. Не считая стоимости консолей. Ник спела слева, а вебкам справа. Можно писать следующее, что фокус победит. Это чат. В каком чате? Я вообще ничего не понимаю. Так, окей. Вебки на игрока. Еще надо вообще добавить какие-то рамки, чтобы вообще прям красиво было. Знаешь? Равингус? Пишет камеру, зафокусите, плиз. Ты про правого игрока, да? Сори, Ригли. Равингус? За фокусе правого игрока. Пишет про обоих. В другую сторону. В другую сторону. И камеру на него наведи. Ты вообще камеру свел от него. Поверни в его. Сейчас с двух сторон один тот же игрок. Вашу маму и там, и тут передает. Все, норм. Левого игрока видно так себе, но типа нормально. Нормально все, хватит. Ригли, привет, да. Все-таки один сток худо-бедно отжимает. А? Это не френдли, уже поменяем здесь. А, хорошо. Раунд один. Только, к сожалению. Очки. Ну, уже 2-0. 2-0? Да, этот сет забирает спелл.
Spell, он же Sin 21. Next играют с нами. Сейчас посмотрим. Там должен играть уже Проф. Да, Проф. Проф будет играть со Спеллом. А мы типа по одному будем, якобы. Стоп, а я сейчас с кем? А ну-ка, дай. Ты будешь играть с либо с Полом, либо с Лайфстинкой. Окей, хорошо. Да, это уже готово. Пойду Полу сообщу новость.